В ближайшее время «Алмаздортранс» планирует подать заявку на аккредитацию пункта перевода транспорта на природный газ. Пункт работает с 2015 года на производственной площадке предприятия в Мирном. Специалисты не первый год переводят подвижной состав автобаз на природный газ. Сейчас они смогут предложить свои услуги всем желающим на более выгодных условиях. Напомню, жители Якутии и предприятия с этого года получат субсидии от правительства на перевод транспорта на природный газ. Мы сейчас на правительство подготовили письмо. Есть ли такая возможность, то нам возмещать тоже субсидирование получать. Отфотографировали помещение. Ну, там есть определенные требования, перечень документов, которые необходимо предоставить. Сейчас как на сайте Министерства промышленности откроется доступ, начнем заниматься данным вопросом. Пока в Мирном спрос на эти услуги невелик. В 2021 году в центре переоборудовали 5 единиц частного транспорта и 14 единиц транспорта Айхальского ГОКа и ПТВС. В планах открыть такой же центр в Ленске после строительства газозаправочной станции. Примерные сроки – конец 2022-го. Пока предприятие закупает специальное оборудование и обучает сотрудников.